боятся, вот вчера двое написали. Командир, помощник Дмитрия Олеговича. Нет в Российской Федерации частных платов. Есть субъекты хозяйственной деятельности в акваториях платов частной компании. Да, это есть. Но ни одного частного причала в Российской Федерации нет. Эти причалы находятся в собственности Российской Федерации или переданы кому-то, или в аренду, или в безвозмездное пользование там, и так далее, и тому подобное. В зависимости от того, кто их эксплуатирует. Если военно-морской флот, то это безвозмездное пользование. Если это бизнес-структура, то это аренда.